Обратный отчет до Нового года. В Иванове стартует масштабная подготовка к любимому горожанами торжеству. В пятницу на площади Пушкина начался монтаж главной елки областного центра. До 15 декабря планируют установить еще две зеленые красавицы – у Ивтекса и на площади Ленина. Гирляндами украсят периметр площади Победы, светодиодной бахромой оформят площадь Революции. Опоры театрального моста также будут ярко украшены. Основные магистрали города до середины месяца загорятся яркими огоньками. Но, пожалуй, красивее всего будет на площади Пушкина. Здесь развернется новогодняя ярмарка. Для торговли поставят домики типа шале. Купить можно будет сувениры, украшения, различные сладости и вкусности. По периметру фонтана будут установлены домики шале. Кроме того, будет организовано игровые площадки для детей. Это горки и анимационная площадка. Площадь будет также украшена гирляндами. Наверное, будут еще сюрпризы, о которых мы расскажем несколько позже.